Бутылки, и пробки, и запрещенных к свободному гражданскому обороту какие-либо элементы преступной деятельности, то при входе в данное помещение номер 2 здание мы видим коробки в коробках содержится спиртосодержащая продукция, а именно водка. Здесь разводят, перекачивают туда и оттуда, а оттуда вот этим маленьким насосом, получается, по шлангам уже здесь на палете разливают и колпачки одевают, все, то есть вот механизм. Да, все. Да.